Не пяль глаза. Сядь прямо, что ты? Выпрямись. Куда держите путь, фрагин? Чейнербург, сударь. А ты вот знаешь, что было с тобой, со мной, с ними, со всеми, только очень-очень давно, когда не было ни тебя, ни меня, ни их. Как это? Это было давние-давние времена, когда еще даже дилижансов не было. По морю ходили только одни каравеллы. Ты когда-нибудь слыхала о морских русалках? Которые топят корабли? Откуда ты это знаешь? А, да-да. Я знаю, я все знаю. Мне про тебя все известно. Не веришь? Слушай. Далеко-далеко есть старое-старое море. А в море рыбки. И, ну, вспомни-ка. Может, ты там тоже жила? А? Эх, не забывай, эй, гуляй.
вы, мальчики? Тянулись с отчим домом. Вы наденете не поту, а нам в доме. Нас правильно, просто плавание будет очень, очень долгий. Хоть и на борта, и блестами, да, а веселье фантома. Боже, это принц Антуан Сен-Готарский. Неужели погиб лучший жених Нормандии? Мне кажется, что он жив. Грумы! Это правда, что он отказался уже от трех невест? О, неудивительно, ведь все вместе они даже не стоили его мизинца. Я слышала, что он ждет наследство от тетки Марианны Свирепой. Боюсь, что наследство его уже не ждет. Вы спасли мне жизнь. Thank you.
Матерь Божья! Ты чего? Вот это! Там русалка! Альберт Гринли Фрейнольд Мандельскому. Сказал, что жизнь прекрасна, был кое в чем, и в основном, конечно, прав. Ты взялась? Ну, скажи хоть что-нибудь. А, ну да, ты ведь не умеешь говорить. Если не увижу принца, умру. Что-что? Слушай, плыви-ка ты домой, а, честное слово. Папа там на дне морском беспокоится, сестры плачут. А няня есть? Как у вас там дела? С нянями обстоят, а? Плохо, да? Ой, хвост у тебя, наверное. Вот видишь, а еще принца ждешь. Если не увижу принца, умру. Дорогу лекарю к принцу, которого выловили из воды. А, ну да. Слушай, ну да, твоему принцу сейчас тоже, наверное, не больно сладко. Надо вам помочь. Знаешь что? Сиди здесь, слышишь? Никуда не уходи. Thank you.
лысого камня. Лысого, говоришь? Да. Забрасываем сеть, а там бочка с пивом. Да ну. Отдай! Не знаешь ты, где поблизости найти ведьму? О, нашел дуру. Что? Я похож на тех, кто прислуживает святейшей инквизиции. Тихо! Чего это они, а? С тех пор, как помер король, все, у кого были мозги в голове, разбежались. Остались только те, кто без царя в голове. Ну-ну, хорошенький уголочек. Чего? Ты еще такое увидишь? Тебе и не снилось. Зачем это тебе понадобилось, ведьма? Ты понимаешь, какая штука? Из родительского дома сбежала русалка. Да ты что? Я клянусь тебе своим местом в раю. А, ты влюбился в нее по уши? Да ты что, ошалел, что ли? Да ты сам еще этого не знаешь, но скоро узнаешь. Тебя зовут Сульпитиус. Я здесь никогда не был, меня здесь никто не знает. Это тебе кажется, что тебя здесь никто не знает. Шатаешься по белу свету, бездельник. Короче, это насчет ведьмы. Мальчик, тебе повезло. Я и есть ведьма. Жди, когда придет ночь. Да она хочет вместо своего рыбьего хвоста две маленькие ножки и сердце. Да-да. А зачем ей сердце? Для счастья. А тебе сердце принесло много счастья. Я не жалуюсь. Ну, пожалеешь. Сидела бы на своем морском дне, а то все принц, принц. Имей в виду, дешево не возьму. Она не нищая. Ракушки оставь себе. Ну-ка. Ой, какие у тебя хорошенькие зеленые волосы. Мне бы такие зеленые волосы. Все бы ошалели. Отдашь? Пожалуйста. Ну-ка, скажи еще разок. Пожалуйста. Ох, какой голосок. Мне бы такой голосок. Еще чего? А ты вообще молчи, тебя не спрашивают. Как же она будет говорить с принцем? Что, она немая, что ли? А мне какое дело? Как хочешь, так и говорит. Чего обойдешься волосами? Ладно, обойдусь. Но знай, когда твой хвост раздвоится и превратится в две маленькие ножки, тебе будет так больно ходить, как по ножам. Да ты что? Иначе ножки не сделаешь. Но это еще не все. Если твой принц женится на другой, твое сердце разорвется, и ты умрешь. Не хочешь? Как хочешь. Постой! Я согласна! Согласна! Постой, ты ведь не то сказала! Правило-то ведь не такое! Если кто отдаст за нее жизнь. Если кто отдаст за тебя жизнь, ты никогда не умрешь. Ты будешь вечная, как мечта. Но таких дураков нет, чтоб жизнь отдать. Иди отсюда и жди нас в кабаке. Thank you.
ж губа? Там русалка. Сам видел. Красивые ножки получились. Что это? Что это стучит? Это бьется твое сердце. Как у принца. Иди, иди, на носочках, на носочках. Терпи, это еще что? Как будет болеть твое сердце? От них, от русалок все беды. Град, неурожай, чума, сарацины. Слыхали? Вчера какого-то принца выловили из воды. Куда? А кто корабль потопил? Кто? Они, русалки. Откуда ты знаешь? А я все знаю. Моя мать носит в замок молоко. Не открывайте! Руки! Она, русалка! Иди проспись. Ну, получай свою красавицу. Ох. Пойдем, дитя мое. Что, больно, наверное? Нет, не очень. Как хорошо рассветом ранним собраться к солнцу на свидание и, славя землю громогласно, шагать, вздыхая запах трав. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь кое в чем, конечно, прав. Конечно, прав, конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь кое в чем? Конечно, прав. Взгляни на руки человечьи, творения их пребудут вечно. Боятся ли им работы грязной? Их создал Бог не для забав. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна, был кое в чем, конечно, прав. А кто сказал, что жизнь прекрасна, был кое в чем, конечно, прав. Прекрасно, прекрасно, а как прекрасна эта жизнь. Прекрасно, прекрасно, а как прекрасна эта жизнь. Поверь, приятнее залпов пушки нам выпить залпом пунша с кружки, ведь Богу Бахусу подвластны сапожник, мусорщик и граф. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Кто сказал, что жизнь прекрасна? Кто сказал, что жизнь кое в чем? Конечно, прав, конечно, прав, конечно, прав. Прекрасно, прекрасно.
Какие новые затеи нам предлагают лицедеи? Эй, лицедей, сними-ка маску. Ну, кем ты станешь, маску сняв? Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно, прав. Ах, кто сказал, что жизнь прекрасна? Был кое в чем, был кое в чем, конечно. Мы идем к принцу. К принцу, да? Да. Ах, принц, это сама судьба. Мы ехали от Святой Магдалины после исповеди. Внезапно предчувствие стеснило мою грудь. Я воскликнула: едем к морю. Мое сердце трепещет так, будто чья-то душа прощается с жизнью. Мы приехали к морю и увидели вдали что-то белое. Жаклин сказала: это чайка. Помнишь, Жаклин? О нет, говорю я, это не чайка. Это бедный рыцарь. И мы кинулись в море. Вы могли утонуть? Утонула моя лошадь. Ее утащила акула. Как странно. Мне казалось. Что, принц? Нет. Конечно, это был сон. Прекрасный сон. Расскажите, принц. Расскажите о своем сне. Надеюсь, что вам приснилась я. Нет. Жди меня здесь. Ни с кем не говори и никому не отвечай. Слышишь? Ты сегодня в церкви была? А что это такое? Понятно. А откуда ты взялась? Я обещала никому не говорить. Может, ты русалка? Да. Врешь. Русалка! Эй, люди! Люди! Русалка! Люди! Тут к принцу бродяга, именуемый себя послом короля Артура. Говори, что надо. А ты тот самый принц, которого выловили из воды? Я принц Антуан де ла Лен Пуату ля Февр Сен-Готарский, которого спасла благородная принцесса. Наверное, я должен говорить с тобой один на один. У меня нет секретов от принцессы. Клянусь сандалией святого Бенедикта, что никогда не встречал такой красотки, как ты. Ни на земле, ни в преисподней. А при чем тут король Артур? Ну, посуди сама, если бы я пришел от самого себя, разве меня пустили бы? А я ничуть не обиделась. Уходи, пока цел. Принц, я пришел, чтобы показать тебе такое, что поразит твое сердце. Идем. Идем, покажу. Сжечь ее! Мы сжечь ее, мы костер ее, мы костер ее, мы сжечь ее, мы костер ее, мы костер ее, мы сжечь ее, мы костер ее, мы костер ее, мы сжечь ее, мы костер ее, мы костер ее. Люди! Люди! Русалку поймали! Ты потопила корабль принца! Я и мои сестры. Ага! Русалка! На костер ее! Прочь руки! Не смей прикасаться! Это русалка! Она сама создалась!
Стойте! Стойте! Я морской царь! Вам морской царь приказывает! Слушайте и трепещите! Что? Царя не узнали? Не узнали? Мы комедианты! А это моя дочка! Сколько, дочь моя, мы с тобой потопили кораблей, а? Пойдем, дочь моя. Дурачье! Дурачье! Он вас водит за нос. Это русалка, я ее видел в воде. Чуваки! Чуваки! Они топят корабли! Чуваки! Ты не допустишь, чтобы это небесное существо погибло в твоих глазах! Какое существо? Вот это? Дамы и господа, перед вами благороднейший принц Сен-Готарский, которого выловили из воды. Я думаю, он вам сейчас скажет, русалка это или это... Скажите, принц. Милые дитя, я не дам вас в обиду. Дамы и господа, это не русалка. А я что говорил? Точно не русалка. Обидели девчонку. Вам кто что сболтнет? А вы уже развесили уши. Испытать ее огнем! Сначала вам придется испытать мой меч. Бедняжка, ее сейчас разорвут на части. Ну что ты, моя милая? Благородные рыцари, из-за чего вы обнажили свои мечи? Из-за меня. Кто ты? Русалка. Это неправда. Она сама не ведает, что говорит. Ведь у русалок же рыбьи хвосты. Не так ли, принцесса? Стража, в темницу ее. Не влите, принцесса! А ты кто такой? С этой, что ли? В темницу его! Я оруженосец благородного принца, которого выловили из воды. Честное слово, мне нравится этот наглец. И мне тоже. С 15 лет я ищу ее. Ту единственную, ради которой стоило бы жить. Умоляю. Окажитесь той, о которой я мечтал.
доблестный рыцарь Адальберт Гридлиф Рейнольд Марндельский. Слух о вашей красоте достиг блистательного Марнделя. У меня 7 замков, 120 вассалов, винный погреб на 3000 бочек и 120 тысяч баранов. Предлагаю руку и сердце. Благородный рыцарь, вы очень любезны. Объявляю на завтра турнир. Победитель получит мою руку. Если тебя спросят, кто ты, ты принцесса Констанция Цидуальская. Не сердитесь, но как я могу сказать неправду? Тьфу. Принц, умеете ли вы хранить тайну? Да. Принцесса молится за вас. Она верит, вы победите, и Господь соединит вас браком. Уверена, вы победите. И Господь соединит вас. Скажите, принцессе, вы знатная дама. Догадалась. Какая русалка? Конечно же, не русалка, просто у нее тайна. Тайна? Где же она? В башне. Как в башне? Ну, вы же сами принцесса. Почему она не на балу? Свое имя. Как это романтично. Без сомнения, она жертва жестокой судьбы. Я знаю, кто она. Она дочь герцога Норфольского. Помните та, которая бежала со своим рыцарем? А где же рыцарь? Может быть, убит. А, верно. Только, Боже, вас упаси расспрашивать ее. Конечно, она поклялась на кресте хранить свою тайну. Боже, вас упаси. Боже, нас спаси. Благородная дама под покровом тайны. Подойди ко мне, моя милая. Ваша тайна для нас священна. Мы никогда вас ни о чем не будем расспрашивать.
прекрасна, принцесса. Правда. Она спасла мне жизнь. Милое дитя, при каком дворе вы научились так танцевать? Я была бы счастлива, если бы так умела. Мне надоели мои фрейлины. Они мне все врут, хоть бы одна говорила правду. Вот скажите, например, я очень красива? Очень. А, ты моя милая, я с тобой никогда не расстанусь. Мне мышавы и змеи, все люди глупые, твердят о любви. Века напролет я варю мое зелье, века напролет я смеюсь над людьми. Но что-то сегодня творится с луной, с морской волной, или, может, со мной. В котел колдовства надоело смотреть, хочу от любви умереть. Я ведьма. Красотки, речные наяды, вы все только женщины, все вы глупы. У вас на уме только вздор и наряды, в сердечках у вас только бредни любви. Но что-то сегодня творится с луной, с морской волной, или, может, со мной. В котел колдовства надоело смотреть, хочу от любви умереть. Герцогиня, Алиса, Маргарита, Элизабет из Корнуэлла. По дороге в Рим. Воображаю, милая герцогиня, как вы устали после дальнего путешествия. Не на грош. Пойдем танцевать? Мне с вами что-то не хочется. Тебе мешает рыбий хвост? Это моя гостья. Рыцарь.
благородный рыцарь! Благородный рыцарь! Не будем омрачать балы. Вы встретитесь завтра на турнире. Дитя мое, они шутят. Ты скоро к этому привыкнешь. Ах, моя милая, ты считаешь меня совершенством. А я скверная, злая, завистливая сплетница. Честное слово, сплетница. И еще знаешь что? Я смеюсь, танцую, кружу рыцарем головы, а на самом деле ужасно мучаюсь. Не знаю, может ли так быть, чтобы один человек был предназначен только для кого-нибудь одного? Столько на свете людей. Принц любит вас. Не знаю. Все ждут принца, будто в сказках. Знаешь что? Ты мне когда-нибудь расскажешь свою тайну, и я сделаю для тебя отдельный турнир. Вот мудрец. Что же я натворил? Если принца убьют на турнире, она же умрет. Если принц возьмет верх и женится на принцессе, опять же она умрет. Так и быть, помогу тебе. Дам ей приворотное зелье, и русалочка будет твоя. Да ты что, в своем уме? Она любит принца. Только посмей. Ну и пропадай. Это копье еще во время осады Толедо герцог Наварский нанизал 3 сарацин. Спасибо. Лучше бы ему сейчас сломаться. Ты что? Что? Одурел? Нет, это ты одурел. Правда же, большей тупости трудно себе представить. Ну-ну, забываешься? Ты с кем разговариваешь? С тобой. С тобой, принц, который всю жизнь мечтает жениться на кукле. А ей, между прочим, все равно за кого выскакивать замуж. Но ты же ослеп. Ты всю жизнь ищешь ту, которая... Она совсем не та. Она совсем другая, принц. Эх, перерубить бы тебя сейчас пополам. Что? Я не знаю, что меня удерживает. Последняя капля рассудка вас удерживает, мой друг. Ну, правда, неужели ты до сих пор не понял, что есть одна принцесса? Только одна всем принцессам принцесса. Дочь короля, что говорит? Ты что, пьян? Ну, как же вы еще держали за руку принца? Вы танцевали с ней. Будь я на вашем месте, я бы за нее, именно за нее подрался. На своем месте. Лучше почисть моего коня.
Мне кажется, что я скоро умру. Мне не с кем говорить, кроме вас. Когда меня не будет, скажите принцессе, что не было мгновения, когда бы я не думал о ней. Скажите принцессе. Принц, время. Если б надо было умереть 7 раз, чтобы 1 раз быть с ней, я бы 7 раз пошел на смерть. Наш 13 век – жестокий век, моя дорогая. Рыцарский подвиг превыше всего на земле. Человек умирает, а слава его живет. Сражайтесь, храбрые рыцари, преломите копья, ибо прекраснейшие из очей смотрят на ваши подвиги. Рыцарь принц Антуан де Лавен Пуату-Лефевр Сен-Гатарский бросает вызов рыцарю Гринлифу Рейнольду Марнсдельскому. Доблестный рыцарь Адальберт Гринлиф принимает вызов. Не бойся, моя дорогая. Около! Оседло его! Оседло его! Платье. Этот бархат не из Венеции? Нет. Мне его привезли из... Как бы я хотела иметь такой ангельский голосок. Значит, принцесса. О,
Молодец. Один удар, Иван Король. Я прошу вашей руки, принцесса. Вы надеялись добиться моей руки подлым ударом? Придется объявить второй турнир. Пусть скороходы с вашим портретом поедут теперь на расстояние не в 2, а в 3 месяца пути. И неплохо опять послать трубадуров. Пусть свет узнает о гордости нашей принцессы, которая отвергла победителя за недостойный удар. Да бросьте вы лютню. Новый турнир. Когда он еще будет? Ну ладно, оживлю твоего принца. А толк какой? Вскочит и побежит к своей принцессе. Ну, это его дело, куда он побежит. Ну, а ты все бегаешь, суетишься. О себе бы лучше подумал, пожалеешь. Кто, я? Бедная, несчастная ты ведьма. Да тебе не знакома радость видеть радость в чужих глазах. Ну что, оживить твоего принца? Но знай, ты потеряешь своего принца навсегда. Я согласна. Ну, закроем глазки. Но ты вставай. Что со мной? Принц Антуан де Лален, Пуату Лефевр, Сен-Готарский. О Иисус Христос, наш Сеньор, о Пречистая Дева Святая Магдалина, покровительница нашего замка, о Себастьян Великомученик, благодарю вас, что вы снизошли к моей молитве. Знаете ли вы, Антуан, что когда я вернулась с ристалища, я встала на колени, поднялась с колен только сейчас. Я вам все набрала, все, все. Да, я не молилась, и божьих ангелов не было. И мою камею я на всякий случай дала всем. Антуан! Антуан!
мой рыцарский долг. Уходишь. Угу. А ты знаешь, как только принц женится на принцессе, русалочка умрет. Знаю, да. Знаю, все знаю. А ты попрощался с русалочкой? Зачем? У меня на этом свете дел хватит и без нее. Куда же ты уходишь? Ну, мало ли, людям всегда нужны были фонарщики, гранильщики зеркал, благанные лицедеи. Ни о чем не жалеешь? Ни о чем.
Мы выдадим тебя замуж за самого прекрасного, самого благородного рыцаря. Портные. Немедленно ей шейте 12 платьев. Пусть она будет одета лучше всех. Красивее всех. Кроме меня. Портные. Чему ты радуешься? Ты же умрешь сегодня. И ты что, ни о чем не Ты кто? Я принц Антуан де Лавен по Тулефевр Сен-Гатарской, а он самозванец. Нагнись, принц. Ты искал свою мечту и не заметил ее. Она русалочка. В тот миг, когда я умру, она исчезнет для тебя навсегда. Она будет жить на земле вечно, но ты ее больше не увидишь никогда. Мне как-то жизнь не удавалась. Зато вот смерть мне удалась. Кого вы ищете? Thank you.
Вот. Вот с тех пор русалочка вечно бродит по свету и приносит счастье всем тем, кому удалось ее